Давайте перенесемся в 90-е годы. 90-е вообще одни из самых уникальных музык. Было много экспериментов, звуков и очень мелодические были времена. И была такая группа Boyz II Men, одна из самых потрясающих групп 90-х годов. Кроме того, что они сотворили ряд хитов, одна из их песен заняла 13 недель подряд первое место в хит-параде Billboard. Это на тот момент был абсолютный рекорд, потом его чуть-чуть побили, но никто никогда не мог представить себе, что одна песня 13 недель, я считаю, сколько, 3 месяца может быть хитом номер один. Это была некая революция. Сегодня мы решили сделать некую обраточку, да, давайте посмотрим на... когда эта песня была, вот в сентябре 92-го она зашла, и потом там 13 недель жила хит номер один. Сегодня хотелось бы сделать такую некую обраточку, чтобы девушки спели, и замечательный коллектив под названием Beauty Band, девушки, которые потрясающе поют, и как мы Boyz II Men сегодня трансформируем в Girls to Women, ну как-то так. Скажем. Но песня «End of the Road», которая сидит в сердцах многих тех, кто вырос на песнях 90-х, я думаю, затронет ваши сердца сегодня. Итак, «End of the Road» by Beauty Band. Ваши аплодисменты. Thank you.
И очень вкусно играть.